он мне, он лично выбирал квартиру, и она про это рассказывает, я понимаю, что... Да, мне со смены и совершенно отдельно. Чтобы проконтролировать ту же площадь, в которой едет его любимая музыка. Это было очень... еще когда мы были совсем молодыми, и когда надо было ехать к нему на дачу, а у меня была своя квартира, у меня был супруг, и у нас была прекрасная квартира. Он, не говоря мне, сказал своим охранникам, чтобы они поехали и посмотрели, где я живу. Они посмотрели, ему сказали, он не спрашивал меня. И приехал вот в этот дом, который только был построен, который был выстроен. Вы знали, что Лёхе лично медсестре приезжает выбирать квартиру? Нет. Я все знала о Кремлёвских тайнах и Кремлёвских жилах. Там не было медсестры. Она, вполне возможно, имела время на его здоровье, когда давала ему эти квартиры. Безусловно. Посмотри на меня. Ой, ты мой красавец, ты мой красавец, ты моя красавица. Красавица, красавица, красавица. Давайте послушаем няню любимой праздночки Леонида Ильича Брежнева. Оба красавца. Вот что она спустя время сегодня рассказывает. Леонид Ильич любил плавать. Как заходил только в бассейн, тут же она проходила в бассейн. И тут же начинала вот впереди, там, я очень не знаю, вот, как Леонид Ильич нравился, не нравился. Ты мой красавец, ай, ты красавец, и ты мой красавец, ты мой красавец, красавец. Ты мой красавец, и ты мой красавец, и ты мой красавец, ты мой красавец. Скажите мне, вот когда его разлучили с Александрой, он волновался? Нет, вот я его поменяла. Ее, да-да, семья только. Она уехала, и никогда о ней не вспоминал, ни у кого ничего не спрашивал. И такое впечатление, что ее в жизни не было. Но он же любил свою семью. Он же любил, он заботился обо всех. Генерал Александр Ильенко был не только личным охранником Леонида Ильича, но его верным другом. И вот да, что он рассказывал в интервью. Внимание. Тебя были приняты, которые работали. Иди сюда ко мне. Когда там находился Ильич. Но вот медсестра Н выезжает на нас, она... Ты мой красавец, ты мой красавец. Она была просто красавым обедом, она была просто красавым. Мы замечали.